мнение, согласно которому спецоперация может растянуться на годы. Ведь если российские войска освободят только часть территории, то оставшийся по другую сторону Днепра нацистский режим в конечном счете развяжет еще один кровопролитный конфликт, желая вернуть потерянное. Поэтому альтернатива одна – продолжение спецоперации вплоть до полного сноса текущей государственности Киева. А вот следующий шаг – это интеграция всей территории Украины с Россией с помощью новой формы союза, которая даст украинским областям самую широкую автономию. Это и есть самый вероятный сценарий. А вот станет ли он реальностью – поживем, увидим.